Во вторник в Самарской области солнечно и без осадков. Температура воздуха в дневное время плюс 12, плюс 15. Ночью 5-7 выше 0. Ветер восточный, юго-восточный 1-3 метра в секунду. В Сызрани безоблачно. Днем плюс 13, ночью плюс 6. Юго-восточный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти солнечно, днем 13, тепла, ночью 7 с плюсом, юго-восточный 1 метр в секунду. В Самаре ясно, днем плюс 12, ночью плюс 5, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 40%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.